Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Где плей? Плей нажми. Ты тупая? Ну где у тебя плей? Ты тупая! Тихо. Я что написала? Дана знакомится? Не важно. Где Дана? Где Дана? Здравствуйте. Я снова зашла. Смотри, Даша. О, Дана зашла. Где-то пошалить шокером. Садись, прокачу. Дана, тебе в стиле секса. Прокачу. Кролика. Другие... Блин, где тут пошалить шокера? Где? Приветствовать, либо смешно представиться, приветствовать. Но нет, сейчас я хочу шокером пошалить. Шокером? Поднять настроение, это да про Дану. Да я снимаю, тут уже да. Свечку. Пожалуйста. Обсудить на классе. Сплетнич. Романтика. Дан, прости. О, Дана слышит нас теперь. Дан, смотри, в каком ты костюме. Дан, замутишься этим фотиком? Дана пригласила читать. Поцеловать руку, рассказать сексибильное. Я хочу с этим замутить. Даша пригласила читать. Спросить, если передавать. Да. Почему я? Куда я иду? Алло, Дана, сюда. Где сексибильная поза? Боже! Где жалостно щекотать? А где первый шаг? Прижать к сердцу. Сделать... Нас не смотрят. Вообще? Два человека? Блин, Дана ушла. Блин, жалко. Да, ушла. А то бы она на... О, поцеловать руку там было. О, Влад зашел. Владик! Нет, романтика. Первый подарить. Дана сделала. Первый поцелуй там был. Ты что? Ты что тупишь? Куда он? Петь, молчи. Куда они свалили? Поцеловалась. Смотри. Так. Ей всегда розочки. Признаться. Петя. Смотри. Так, смотри, другие варианты. Первый поцелуй. Петя лишь бы, чтобы кто-то засосался. Ага. Сейчас засосутся. Вот это было. Они засосали? Да, опять. Попроси уйти. Это твой дом? Первый поцелуй. А что на крене? И все? Что, какой некрасивый поцелуй? Подождите, потом будет все. А теперь начнем с ней флиртовать. Это ты что? Это Марина! Это Марина? Это Пая? Она у нее муж есть уже. Это мой пацан, ее муж. О! Ты тупая? Дать себе совет по отношениям. Спросите, есть ли пара. Заигрывать. Ты тупая, Маш? У меня муж есть. И двое детей. Ноль человек. Смотри, ну выходи тогда.